Входим в инженерное меню на новых магнитолах Jansun. Они немножко отличаются, новые дисплеи. Это версия 4+4. Напоминаю, для этого нужно зайти в установки, в раздел «Версия ПО». Версия ПО нажать вот этот значок. Раньше мы использовали 4 восьмерки. Это сокращенное меню. Но есть полное меню. Для этого нужно использовать 8, 8, 7, 8. Расширенное меню. Дальше стандартные вещи, которые вы можете делать. Настройки кнопочек. Управление дисплеем. Те возможности, которые можно делать. И тому подобное.